свет падает так нехорошо. Смотри, мы такие белые брусы. Всем привет! Как ваше? Ничего, давно я не снимала влоги. И тут опять назрел вопрос влога. Просто так, а то экономное меню. Давайте поболтаем. Заяц поехал менять свои права. Им уже 10 лет будет в октябре. Решил поменять пораньше. Первый день поехал, получил справки. Сначала прошел первый день у нас в селе. Долгий вопрос, прошли еще и флюорографию, которую было не обязательно, но нам сказали, что обязательно. После, на следующий день только результаты анализа флюорографии. И на следующий же день он поехал в город, в Импульс, такая поликлиника, где делают, проходят дальше все обследования. Вот, он все прошел, а я работала как раз-таки, поэтому мы решили поехать в субботу. Сегодня суббота. И как раз я хотела в Бургер Кинг. Никогда там не была, но хочется покушать. Все равно. Вчера вечером фарш пропускали, занимались домашними делами, снимала тоже опять одно видео. Короче, все хорошо. Таким образом буду показывать вам дальше, чем мы занимаемся. Ручной видеорегистратор не желаете? Это резинка. А что, хороший видеорегистратор? Ну, нормально. Красивые поля. Посмотрите, какой цвет. Зеленый, желтый, вот там вот немного такой коричневатый, и сверху опять зеленый цвет. Все. Это не шутка, мы ехали в маршрутке под номером один. Едем мы молча, нам говорит, мама проедет утро. Я не вижу утро, а жалко руку сильно. Опять пожалуйста, не избавь меня от этих мук. От этих мук. Вот он. Да правильно ты стал. Может, ну что, пошли мы в МАК, зайдем и позавтракаем. Так, отсюда вход, да? Ой, отсюда МАК получается. Мы не оттуда пошли. Куся. На бэхе. Не шифры мокры. Ну это вообще. А зачем ты черканул на заказ? Пусть морщат, у меня в пакете. Какой? Наш. Да, спасибо. Да, мне здесь уютно, и здесь можно поснимать. Такие. Давай сюда, и ты туда. Давай. Или вместе. Нет, я сюда сяду. Иди туда садись. Бесишь. Наш завтрак. Завтрак. Ну успеем. Ну-ка, попробуем. Всем приятного аппетита. И кофе мы взяли, капучино. Сколько тебе? 3, 2? Мне 3, тебе, наверное, поменьше. Ага, такая хитрая. И как вы догадались, я съела первый. И самое, что именно есть, обжора. Так, дорогие мои, хочу рассказать о своем питании. Я ем быстрее в 2 раза своего мужа. Ведь надо быть такой обжорой. Давайте пристегнемся.
Не хочет коробка переключаться. Да. Так вот, кто ест быстро, я или он? Конечно же, я. Ты хочешь оттуда выехать? Оттуда вышел. А, оттуда выезд. Конечно. Было вкусно. Я бы еще, наверное, могла съесть. С ума сошла. Я с ума сошла. Я обжора. Это, знаете, наверное, когда человек вот сначала вот мало ест, если он будет также мало есть, у него будет желудок маленький. А если он будет есть и потом много есть, у него будет желудок большой. И ты будешь потом толстый. Но толстым мы точно не будем. По крайней мере, это, наверное, зависит от того, какой у тебя организм. Так. Многоэтажки строятся. Но я люблю поесть. Стол ждите. Не спи, а то замерзнешь. Смотрю. Мне сумку надо снять, да? Что здесь я сумку не вижу? Будь. Примеряем жилетку. Давно я хотела. Красный цвет. О, волосы закрепились. Что-то фокусировка не срабатывает. Ну так, ничего. Рукава пришить, будет куртка. Сейчас примерим черную. Такой примерили я. Черную. Нитки берем. Черная лучше, кажется. Пусть которая тебе нравится. Тебе какой цвет понравился? Да, вроде черный тебе лучше. Да, как-то. Не знаю, как ты симпатичнее, да, чем красный. Давай-то. Красный сильно выделяется. Да нет, здесь красный какой-то. Какой-то с черновой. Да, вот кажется, что вот он какой-то темный, может, мне так, но... Мне тоже так кажется. Он какой-то не сильно красный, а какой-то... А это красивый черный. Не реклама, а какой-то цвет. Похоже, точно на нее. Нравится. Тебе нравится? Не знаю, ты же знаешь, что мне нравится. Мне нет, ну красивый же. Вот сейчас так, еще да. Можно до октября носить, по сути, с рукавами. Да ладно, пускай будешь. Весной можно носить. Да ладно. Ну что понравится. Берем. Меньше смысла нет. Меньше, наверное, смысла нет. Я тоже так думаю. СК. Она теплая. Небольшая. С креском не меньше. Может, поменьше примерить? Не знаю, думаешь. Приехали на парковку ленты. Муж мне сделал кое-какие подарочки. Домой приду, покажу. Да, доставай. Достаем. Пакет не будем чего брать? Я бумажник взяла, ты свой взял? У меня с собой. А, ну ладно, ну закрывай, я дверь здесь закрыла. Колесо. Закрыла. А что, колесо приспускать, что ли? Так, нормально. Да, приклеился к Урале. Ладно, пошли мы в ленту, посмотрим, что здесь интересного. Такой торговый центр. Яй. Значит, яй. А, ну да. Яй. Здесь получается спиртмастер. Здесь какой-то заводик. Парковка не инвалидов же. Поэтому вот же знаю. Берем, не берем? Нет, это что, дорого. Ну тогда пойдем дальше. Пока живем с чайником, живем. Ладно, нам не будем. Хэнс нам идет. Пошли. Гринфилд побольше. Мы, если что, с тобой забыли. Порошок. Порошок. Надо взять. Смотри, сковороды были. Ну, у тебя же карта бонусная, все равно не ну, да?
что моли здесь нет. Да, вообще, если посмотреть, да? Это санцеплигам, это же про плохая. Хорошо приезжает, пенсии там, в принципе, да, вот сам парень. Круто. Дуб, найди мне. Это маленькая. Это же не абрикос. А где ты ищешь абрикос? Абрикос, вон она. Сейчас я ее найду. Абрикос? Здесь 4 штуки. Это не абрикос? Нет. Абрикос купили. Ищи абрикос. А это что? Это не она. Абрикоса. Скупили, такая дешевая была, конечно. 60 рублей. Нету ничего, да? Это делюкс, а делюкс? Делюкс с ароматом арома 91. Нет, вот 60 рублей было бы хорошо. А это обычные. 8 штук. Ну сколько 8? 8 штук, выгоднее выходит. А где-то 8 будет здесь. Вот же, вот 8 штук, 128. Арома, вот она. Делюкс арома тоже 128. Вот это что? Да. Вон персик твой вверху. Вот это что? Да. Где ты здесь персик? Вон же персик нарисован. Я даже запах персика здесь чувствую. А куда нам столько? Вот персик. Ну про запас будет за 128. Где ты их найдешь сейчас? Ну 64 вот такой будет комплект. Так она 64 рубля чуть дороже. Этот дороже выходит? Нет, ну 4 рубля есть. Надо, не надо? Немного будет? Ну, если ты все равно берешь. У нас почем 30 рублей, 40 рублей. Но не дева, да? Не знаю. Надо, надо. У нас сейчас закончилось, люди? Надо так. Ну, мы можем попроще какой-нибудь посмотреть. А, ну да, здесь смотри. Бери. Нахрен, блин. За какую туалетную бумагу, блин. Пошли, где зубные эти, вон там. Жилет на чем. Ты где хотел? Вот здесь? А мы шампунь здесь посмотрели, да? Шампунь мы взяли. Нам порошок в любом случае надо. Ну пошли вон туда вот. Нам надо это где А, да, туда сразу. Паста, может, щетки чуть-чуть есть? Паста? Есть. Давай щетки посмотрим. Давай. На лобную камеру. На лоб. Есть что-нибудь хорошее? 110 колгейт, ужас. 50 рублей колгейтовская щетка. Вот 22 рубля, которую мы уберем с тобой всегда. Есть что-нибудь такое получше, не дешевле, нету, да? А-а. У нас еще щетки нормальные же? Думаешь? Нормальные. Зубная паста, вот, если бы какая-нибудь хорошая была. Какая-то есть вот? Биомед кальций. Ну, паста вот здесь есть. Колгейт. Какая-то со вкусом винограда, 110 рублей. Колгейт Уайт, что-то это. Вон блиндомед возьми тогда. Ну, блиндомед что-то... Колгейт вообще 65 рублей всего. Вообще вот прополисовский 60 рублей большой. Ну ни хрена не отбили. Может самую дешевую большую взять все. Локалют актив. От этого не отбеливается, конечно. А что было? А, это лесной бальзам. Не, плохой он. Давай какой-нибудь берем. Вот этот. Свежая, мятная, свежая. 50 грамм. Да? То же самое, разница нет. Ой, там даже состав. Глянь, Юрьевина состав. Ну, нахрен. Не надо, пошли. Ездишь ты? Нет, у меня пена. А вот у тебя зева была. А это тоже делюкс, да? Кассета. Проглай, 1200 здесь. Дорого? Дорого, 400. Не, не надо. Все, порошок.
порошок остался. Пошли, хорошо, что гранные порошки. Так, ведро, тарелка, что-нибудь не надо сразу? Нет. Смотри. Тазик. Дорого, да? Все, по 40 пойдем. Да? Пойдем, порошка нет. Там был большой порошок. Пошли. 84 рубля фейри всего. Вон литровая большая. Нам, маме, не нужна. У нас большая, у нас АОС есть. У нас еще литровый фейри есть. Так что не надо. Да, не надо. Здесь вкусно пахнет. Персил здесь тоже хороший продукт. Лоск 200 рублей. Это 3, там было 5 килограмм, 4,5 до 250. Там, да? Такой будем брать? Ну, да. Большой? 54,5. Пошли тогда? Нам же смысл брать за 350, да? Другого аромата. Да, да. Все, погнали? Погнали, да. Как уже? Сколько время, зайк? Поехали. Двенадцать штук есть Зева. Зева. Пошли? Сюда, да, вот там было. Уважаемые покупатели! Администрация гипермаркета «Лента» обращает ваше внимание на соблюдение правил безопасности. Не забывайте свои вещи в торговом зале. Вот этот бери тогда. 4,5. Да, 4,5, 250 рублей. Штанор. Не перетрягайте вот. И не открывайте. Да. Просим вас дай автомат, колор. Все. Все, больше ничего не надо, пошли.